Подписчикам привет! Сегодня начинаем строить теплицу. Легенда 2,5 на 5 на брусе. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Собрали, нанизали стены, полик. Сейчас закручиваем крышу, ставим переливы, начинаем крыть крышу. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 5. Идем смотреть. Дверь с форточкой на термоприводе. С одной стороны форточка на термоприводе, с другой каркас сделан с профильной трубы 20 на 40, 40 на 40, 20 на 20 труба используется. Покрашена все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит он на брусе, брус тона 150, закреплен, выставлен. Также имеются диагональные усилители, поликарбонат покрыт теплица толщиной 4 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот красавица Легенда у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.